Каткова Анастасия, 8 лет, 2 класс, Молусош, номер 92, город Могочин. Стихотворение приходит к дедушке друзья, автор Владимир Степанов. Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, труд на каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицель гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто пишет письма мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу, все меньше их, но верю я, они опять приедут.